закатов МГС встречается на протяжении дня. И в связи с этим, как экипаж МГС определяет время для сна? Ну, согласно правилам небесной механики, при высоте орбиты 400 километров, на которой мы летаем, мы делаем 16 витков в сутки, 90 минут один виток. Так что 16 восходов, 16 закатов экипаж каждый день имеет возможность встречать. А живем мы по гринвичскому времени. Понятно, что у нас станция международная, международный экипаж. Нами управляют, например, 4 центра управления полетами. И если каждый будет управлять по своему национальному времени, значит, ничего не получится из процесса управления. Поэтому было принято соглашение между странами национальными агентствами, стран участниками программы международной космической станции. Мы живем по гринвичскому времени. Но вот лично нас, российских космонавтов и российских центров управления полетами, это очень устраивает, потому что у нас разница между Гринвичем и Москвой 3 часа. А вот нашим американским коллегам не повезло больше, я думаю, они теперь жалеют, что не согласились на гринвичское время, 6 часов разница. Близко к тому, когда у нас на самом деле день, и работает пикет, у них ночь, и хочется спать.